Все в сад. Горожанам нужно отдыхать, и делать это необходимо в городских парках, считает глава Иваново Владимир Шарыпов. Поэтому он провел заседание с руководителями парков на открытом воздухе, попутно посмотрев благоустройство территории на Харинке. В областном центре 3 природных зоны для отдыха и развлечений. Большая часть бюджетных средств всегда уходила в парк Степаново, поэтому на остальные не хватало. Сейчас несправедливость решили устранить. Харинки выделили чуть больше 2 миллионов на ремонт тропы здоровья. Асфальтовая дорожка подойдет и пешим туристам, и велосипедистам. Есть идея привести в порядок кафешки на территории парка. Пока главе города они совсем не нравятся. Значит, конкурс разрабатывать так, чтобы в задании было все прописано, что мы хотим видеть, чтобы вот этого там шашлычков, там этого, ну вот не было такого вида, как какой-то колхоз просто настоящий. Чтобы парки стали популярнее, нужно создавать в них инфраструктуру. Пока об аттракционах речи не идет. Нужно сделать дорожки и лавочки. Сами парки себе таких трат позволить не могут. Зарабатывают около 10 миллионов в год. Львиная доля средств уходит на содержание территории и зарплаты сотрудников. Поэтому деньги на развитие нужно брать из бюджета. Или искать инвесторов. Пока желающих вкладываться в зеленые уголки нет. Сейчас самый главный вопрос, где искать деньги. Но дело в том, что решение уже принято принципиальное о том, что мы будем развивать парки и будем искать на это деньги. А в парках очень много людей. И, конечно, надо делать так, чтобы они проводили время с интересом, с пользой для себя. В парке Революции основная аллея в плачевном состоянии находится. В парке Харинка просто асфальтовых дорожек до прошлого года не было, даже сходов к пляжу. В этом году мы приняли решение о том, что та часть слева, которая станет тоже пляжем и санкционированным местом для купания, чего не было никогда. В следующем году новую территорию для купания оценят посетители парка Харинка. Она обойдется казне в 5 миллионов рублей. Сейчас вот самая большая работа, это начнется, чтобы готовить к лету, к пляжному сезону, вот этот зеленый пляж новый. Это самая большая работа. Ну, видимо, еще будет у нас работа, но это уже на следующий год, проводиться, будем как бы закольцовывать вот эту дорожку. Еще одна статья расходов на Харинке – сцена. Существующая мала для проведения масштабных праздников. Хотелось бы установить новую ближе к реке. Примерная цена – 1,5 миллиона. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.